Всем привет! Сегодня я разрушитель планет, потому что я играю в Planet Destroyer. У нас вот такая локация прикольная, яркая, красивая, апгрейды всякое такое. Но это мне еще все не грозит, потому что у меня нет ничего. Вот это планета Земля! Я разрушаю нашу Землю! Какой я плохой человек. Ага, надо собрать еще монетки. Надо четко к ним подойти. Собираем монетки. У меня... я опять могу планету Землю разрушить. Давай еще раз. Не, ну прикольно, монеты надо собирать, они сами не собираются. Так, что, я могу их как-то апгрейднуть, да? Да. Это у меня левел 2, где-то я видел, тут апгрейды были. Вот они, телепорт, апгрейд, вот он. Так, сейчас попробуем что-то апгрейднуть. Что я могу? Подожди, стоп, это апгрейд за какие-то бриллианты, которых у меня пока нет. Нет, это не то. У меня есть подарок. У меня есть подарок. 75 бриллиантов. У меня есть 75 бриллиантов. Так. 75 монет. Я могу coin multiplier взять. Gems multiplier, luck multiplier. Давай coin пока. Пиум. Я взял coin multiplier. То есть я сейчас буду зарабатывать больше монет, чем раньше. Так, что еще у нас есть? Где я могу потратить реально мои деньги? Mysterious World, это не то. Так, наверное, здесь я могу что-то прикупить. Подожди, 250 монет. Я могу что-то купить. Угу, у меня только 50. Так, это все закрыто. Короче, мне надо зарабатывать 250 монет. Сейчас это... новая планета? Water Planet! Реберсы. Сейчас давай изучим, что здесь есть. Golden Machine, Rainbow Machine, Group Chest, Телепорт, Апеты за 250. Окей. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. И я получу сколько сейчас монет? Было у меня 50. Сколько я заработаю? Нормально. 93. Неплохо. Два еще. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Мне надо 250 монет. Давай сразу еще одну планетку. И давай еще разочек. Water Planet. Сколько там раз, не знаю, надо ее застрелить, чтобы у меня было... достаточно монет. О, есть! И бриллианты пошли! И бриллианты, и куча денег. Это хорошо. Так, 226. Еще пока нет у меня на пэты. Но я уже могу разрушать какую-то покруче планету. Какая-то Fire Planet! Это солнце получается. А что такое Water Planet, я не знаю. Оно прикольно так все время ко мне разворачивается. Да, я могу купить Basic капсулу. Что там в базовой капсуле? А ну, смотрим. Нуб! У меня есть свой нуб! Change your level to level 2. А как? А, я уже, наверное, change. Next level. Ну, next level. Есть! У меня есть level 2. Опс. И тут... А, тут планета Земля уже 13. Так, стоп, а где мой нуб? Вот мой нуб. Нуб. Equip. И что, он будет сам стрелять? Да, у меня есть нуб! У меня есть, ну, мой нуб. Я думал, тут пэты будут какие-то, а тут нуб. То есть он стреляет, а моя задача сейчас только собирать деньги. Новая планета, Gems Planet. Я сейчас кучу бриллиантов заработаю. Это прикольненько. А как это так? У меня 12.72 бриллианта. То есть у меня не целых 13, а меньше. Короче, давай поможем ему. Поможем нубу стрелять, а то нуб сильно медленный. Помогаем нубу. Зарабатываем на что-то больше. Интересно, сколько мне дадут бриллиантов сейчас? Это самая пока крутая у меня планета. Планета бриллиантов. Джемсы. Что такое джемсы? Ну, это ну, драгоценности, типа джемсы. Драгоценные камни. Так, погнали. Сейчас мы ее разрушим. Мне надо бы оружие прикупить новое какое-то. 58, 115, нормально. У меня так нормальненько бриллиантов. Плюс 250 монет. И что? Мне опять идти нуба покупать? Вах, бриллиантики, круто, монетки, бриллиантики, все круто, очень круто. Так, где, групп чест, клейм, нет, клейм не подходит ко мне. Golden Machine, Rainbow Machine, я думаю, это рано, Rebirth тоже рано. Пока что вот сюда идем, покупаем что-то новое. И та-да-дам, еще один нуб, у меня два нуба, Что это? 5% for Rainbow. 0 left, buy mega unit, не знаю, что это значит, короче, пока продолжаем покупать всякие вот эти нубы,
всяких нубиков получаем. Так, клейм, что это? У меня есть колесо и еще где мои нубы? Вот они. Еще один нуб, equip. У меня два common нуба. Окей, они уже будут в два раза работать быстрее, потому что их два. Отлично. Так, что у меня есть? Ух, монеточки. Вот это мне нравится, кстати. Я работать, ничего не надо, мне надо просто собирать деньги. Мы опять Water Planet разрушаем, получаем сейчас деньги. Кстати, мне сейчас можно апгрейд какой-то сделать, у меня же есть бриллианты. Идем сделаем какой-то апгрейд. Group chest, апгрейды, вот они. Так, что тут можно сделать? Так, gems multiplier, luck multiplier. Oh no, это все дорого. Так, давай то, что я могу сделать. Вот, например, gems недорого. Следующий required one reverse, окей. Okay. Потом XP multiplier давай. Pistol damage, я pistol damage мог увеличить. Сделал, точнее, не мог, а я это реально сделал. Ей, то есть я могу стрелять и больше дэмэджа делать. Интересно, у этих, у нубиков тоже? Не, у нубиков нет, только у меня. Только мои, мой пистолет лучше теперь стреляет. Next level? Ей, у меня еще next level, круто. То есть уже Water Planet, сейчас должна, наверное, будет опять земля, ну. Ту-ту-ту-ту. Опять земля, да? Да, земля, но у земли уже мощность 16. Первая земля была с мощностью 10. Ну, такое интересное что-то. О, у меня есть 700 денег. Я могу еще раз идти покупать что-то. Давай. Так. Давай, где нубы? Нубы, нубы, нубы. Покупаем новых нубов. И па-бам. Вот если будет... Бейкон! Еее! Бейкон это уже uncommon. А что же здесь? Void level. Это мне надо в новую локацию переноситься, чтобы получать его. Так, давай нуба эквипнем. Сколько я могу их сделать? Эквип. И... А я не знаю, сколько я могу их эквипнуть. А, 3 из 3, окей. 3 из 3 эквипнуто, да? Или нет? Не знаю, посмотрим. Так, их уже трое. Один из них uncommon. В общем, нормально. 750, я могу опять идти покупать. Только я не знаю, надо ли или нет. Так, что есть? Dungeon, Mysterious World. Что это такое? Может, туда надо будет бегать, посмотреть, что там творится. Так... Реберсы. А что такое реберс? А ну. Unit damage. Надо 10 тысяч монет и 250 бриллиантов. Пока что у меня этого ничего нет. Окей, ладно. Реберсы пока мне не нужны. Нубы мои справляются с задачей. Golden Machine. Что значит Golden Machine? Select a unit. Change 20%. Ага, мне надо 5 нубов таких, чтобы получить Golden Noob. Окей, короче, тут я пока, я так понимаю, менять локацию не смогу, мне нужно еще хорошенько поработать здесь, перед тем, как менять локацию. Телепорт. Куда это я могу телепортнуться? Нет, не хочу. Это к кому-то перейти, к чужую локацию. Я где еще не был? Это в Mysterious World. Какой-то мистический мир. Давай посмотрим, что там. Что это за Mysterious World? Данжен пока мне не светит. Так, я переселился в какой-то Mysterious World. И... Water Planet, Next Level Available, что это такое? И require Tier... Упс! Да, надо Tier 3. Короче, мне тут нечего делать, мне надо какой-то Tier 3 заработать, чтобы я смог перейти в этот Mysterious World. Ладно, идем назад. В общем, все, пока работаем только здесь. Больше мне некуда идти. У меня 1500, у меня куча денег. Я могу уже реально больше покупать, чем за 250, но... К сожалению, у меня ничего такого нет. Ладно, давай. И опять бейкон. Отлично, а ну еще. Еще один нуб, а ну еще. И еще один нуб. Так, сейчас можно будет сделать голден нуба. Есть. Есть у меня 5 нубов. Что это такое? Квесты. Так, open 10 капсул. Я получу 50 бриллиантов. Оу, ей, я могу клейнуть здесь. Так, надо еще 10 капсул, и тогда я что-то смогу сделать. Так. Нубы, давай, бейкон, эквип. Ага, не хочет. Давай идем в голден машину. Где наша голден машина? Будем делать голден. Тут денежки можно просто тупо собирать. Так, голден, голден, голден. Вот здесь. Сейчас у меня будет золотой нуб. Так, выбираем нуба. Пам, 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 пам. 250 монет это стоит? О, no. У меня нет 250 монет. Ладно. Давай тогда, ну этих бриллиантовых монет, давай тогда мы просто
анэквипнем обычного нуба и эквипнем бекона этого. Вот, и он будет лучше работать. Так, один бекон, второй бекон, есть. Вот, немножко бриллиантиков. Good. Так, ну прикольненько. О, подарочек, подарочек. Клейм, где я могу клеймить? 500 монет. Ну, монет у меня и так достаточно. Так, давай бриллиантики заберем. Так, что это? Пойти еще купить парочку нубов. Мне надо там 10 этих открыть, чтобы я мог какой-то подарок получить. А ну-ка. Не подарок, а бриллиантов. 50 бриллиантов. И 3. Та-дам! Есть! Еще один бекон. И вот мой этот капсулу я открыл. Есть! Все, я могу... Я получил еще 50 монет. Я могу пойти все-таки сделать этого. О, next level! Next level! Я все-все-все увеличиваю свои уровни. Это круто. У меня уже level 4. Я могу, наверное, идти делать golden. Да. Попробуем сделать голден. А может не этого голден делать? Так как у меня мало бриллиантов, давай мы соберем 5 беконов и их сделаем голден, а? Это, наверное, будет получше. Так, сколько у меня есть беконов? Раз, два только, да? 3. Мне надо еще 2 бекона, давай. Беконы, чего их так называют беконы? Я вот вроде английский знаю, но почему беконами называют этих, я не понимаю. Типа это уже не нуб, он бекон, а музыка такая. Такая озвучка крутая. Так. Еще, дайте мне еще 2 бекона. Че вы это? Снайпер! Во! Так, нуб. Unequip. Где снайпер? Где снайпер? Вот он, снайпер. Эквип. Сейчас еще круче пойдет. Снайпер, посмотрите на него. Он прям вау. Он очень крутой, и он очень круто стреляет. У него минус 3 он дает дэмэджа. А мне мой, получается, дэмэдж можно было особо и не прокачивать. Надо прокачивать всех моих нубов и беконов. Так, продолжаем. Что я хотел? Подарочек можно получить. Где? Вот этот. Какие-то дэмэдж бусты. Угу. И еще я что-то сделал, да? Да, еще что-то сделал. У меня опять есть бриллианты. А, я их не потратил. Их просто не потратил. Так, а зачем я сюда пришел? Еще один бекон, есть! Я хотел 5 беконов. Раз, два, три, 4. Больше нет, надо еще один бекон. Давай. Па-бам! Давай, еще один бекон. Может там я уже... О, у меня нет монет? Вау, как это я потратил все монеты? Сколько надо? 250? У меня есть монеты. И все равно у меня нет еще денег на одного бекона. Ладно, погнали собирать. Собирать. Сколько я там собрал? 475, давай. Может повезет сейчас бекона получить? А ну-ка. Есть! Бекон! Все, идем делать его золотым. Все, сейчас у меня будет золотой бекон. Посмотрим, насколько он будет крутой. Так, не, это не надо. Нуба я не хочу, я хочу сделать золотым бекона. Крафт. И что дальше есть? Я сделал это или нет? Я ничего не пойму. А ну, где мои беконы? Так, бекон золотой, плюс 3, эквип. Ну и придется одного нуба эквипнуть. Супер. О, у меня золотой бекон, посмотрите на него. Он весь аж светится, у него даже лица не видно. Все, обалдеть. Так, надо помочь бриллиантовую кнопочку, бриллиантовую планету расстрелять. Сейчас получим еще бриллиантов. И может я могу уже и уровень прокачать, а ну сейчас посмотрим. Так, Gems Planet, продолжаем прокачивать. И, так, сколько там у меня будет бриллиантов? 300, нормально. Прям вау. Землю разрушили, сейчас, а, вот земля, то была не земля. Так, где next, next кнопочки нет, next level. Что же мне надо на next level сделать, я не знаю. Так, что мне надо на next level, что я могу вообще тут сделать? Опять покупать эти беконы? Ну давай, мне бекон, о, по-моему, я могу next level идти. А ну-ка. Defeat your first boss. Boss fight. Ну давай попробуем. Boss fight. Так, где мой босс? Это мой босс? Ну давай. Ерунда. Basic boss planet, подумаешь. Это просто ерунда. А он мне... А, он тоже стреляет или нет? Вот если я буду стоять, он по мне будет стрелять? Нет. Не, он ничего не делает. Просто тупо мы должны его расстрелять. Хорошо? Легко. Очень легко.
Так, босс батл есть. Давай. Я успел? Dark Planet? Это что такое? Я открыл новую свою эту Void Level. Что тут я могу сделать? За 1000 могу купить пэта, ну этого нуба. Void Sniper. Обалдеть, где он там? Плюс 5. Так, нуб, киш отсюда. Void Sniper теперь у меня работает. Вау, круто. Так, это я все еще с боссом здесь сражаюсь, да? Короче, прикольно. А как вернуться назад? Короче, я с боссами тут сражаюсь, а вернуться назад все уже. Это я уже здесь, получается, работаю. Здесь сражаюсь. Других вариантов у меня нет, да? Ладно. Так, что тут есть? Где эти прокачки всякие? Телепорты, групп-честы. Пойти, что ли, апгрейд какой-то сделать, попробовать. А, я же могу реберс скоро сделать. Так, спин. У меня есть спин. Так, что я могу получить? И у меня же где-то есть эти double damage там. Опять конь буст. Отлично. Это очень хорошо. А где конь бусты? Мои. Они сразу активируются или их надо? Вот. Coin boost, damage boost. Есть. Я активировал. И удачу. Есть. Я все активировал. Все на 20 минут. Мне достаточно. Мне это подходит. Так, сейчас мы начнем в два раза больше все зарабатывать и в два раза быстрее всех тут побеждать. Так, а сколько стоит новые? Они же все активные, нет? Нет, все черные. Так, Void Level есть только, а этот Level 7+. Ага, мне надо Level увеличить. Когда у меня будет 7 уровень, я смогу покупать здесь новые эти штуки. Давай купим еще один. И еще один, плюс 5. Так. Значит, Бейкон, зря я тебя делал. Эквипаем Void Снайпера. Есть. Так, давай еще одного купим. У меня есть деньги. Shadow Drone. Очень крутой. Очень. Плюс 9. Так, снайпер, кыш. И Shadow Equip. Он очень крутой. Так, где вот? Вот у меня есть такой снайпер. Это был. Два снайпера и дрон. А как дрон? Дрон тоже стреляет. Так, обалдеть. Так, next level, есть, я могу, но поднять уровень. Это значит, что у меня есть level 6. Так, но здесь, чтобы купить, мне надо level 7. Надо как-то еще поработать, чтобы заработать 7 уровень и купить что-то еще новое. То есть, вот эти первого уровня беконы или что там, нубы, они мне не нужны, получается. Planet 2, destroy 100 планет. Легко, сделал. Так, destroy 1000 планет. Продолжаем собирать денежки. Я не знаю, есть ли смысл мне сейчас их тут тратить. Или можно сделать реберс. Кстати, где реберс? Я могу сделать реберс, мне кажется. Да, там было 10 тысяч. Да, вот и мне стрелочка показывает. Давай next level. Давай перед реберсом купим что-то. Можно? Я хочу что-то купить. Я не хочу пока делать реберс. Так, реберс. 2500. Давай. Что там будет? Shadow. Что там было? Плюс 7. Shadow Spaceship. Давай тогда одного снайпера удаляем и вот этого эквипаем. Так, мне надо опять заработать 10 тысяч, чтобы я мог сделать реберс. Я решил все-таки купить нового, да, чувачка. Посмотрим, останется ли он у меня после реберса. А ну-ка. Итак, реберс. Та-дам! Реберс. Следующий реберс 100 тысяч надо. Окей, что у меня с пэтами этими? Да, он у меня остался. Не зря я его здесь купил. Так, мне надо 1000 бриллиантов, 100 тысяч этих, ну вы поняли, монет, золота. Вот, пока я гулял, и они мне уже 1000 заработали. Здесь мне особо делать нечего, потому что я уже купил даже всех нормальных пэтов. Next level? Я сразу же next level. Ну давай, next level. Есть, level 2. Круто, I like it. Короче, я сейчас эти уровни буду очень быстро проходить. Так, собираем денежку, что-то мне надо покупать, не надо, это, наверное, не надо, зря, только потрачу. Можно планеты не успевают появляться, они сразу разрушаются, просто сразу же разрушаются. Так, next level есть? Есть. Level 2, давай. Level 3. Ну, эти тоже, смотрите, только появилась, и сразу же она дестройнутая, ну, разрушенная, короче, да. Это прикольно, это I like it. Так, когда там будет next level? Сколько мне надо? А, вот, next level, есть, погнали, next level. Уровень 4.
Но тут чуть-чуть задерживаются. Буквально на пару выстрелов задерживаются. И все. Короче, ну мне тут не... Я не буду даже пока тратить деньги. Опс. Мне надо будет тратить деньги уже на там седьмом уровне, возможно, чтобы что-то прокачать. Вот, у меня вот этот плюс 7, это с седьмого уровня был. Раньше мне нет смысла этим заниматься. Что у меня? Клейм. За реберс я получил что-то опять. Так, а где же мои ивенты? Бла-бла-бла. А, вот, да-да, вот, я же активировал это. Все нормально. Что это? Это я получу какого-то чудика, если я буду... Босс файт available. Надо мне босс файт? Я не знаю. Ну, наверное, надо, да. Потому что она говорит, иди на босс файт. Хорошо, пошли на босс файт. Па-бам! Так, тут все по-другому. Не, тоже зеленая. Босс. Basic Boss Planet. О, тут мне уже надо... Что случилось? Хе, оно забыло переключиться в черный цвет. Короче, мне нужно уже помогать своим этим нубам, потому что они сами не справляются. Next level нет еще? Нет еще, ладно. Мне бы, наверное, тоже пушечку прокачать. Сколько там телепорты, групп честы, где, да, а вот, апгрейд. Прокачать бы мне пушку, да? Так, у меня есть 500 этих бриллиантов. Что я могу, как их потратить? Давай Gems Multiplier сделаем. Pistol Damage, да, сделаем. Вот можно XP Multiplier. Все, деньги закончились. Да, похоже, да. Ну вот, немножко прокачались. И помогаем своим... О, next level, next level, next level! Давай, может, до восьмого мы здесь уже дойдем уровня, нет? Я думаю, да. Чтобы забрать 100 тысяч монет, наверное, надо 108 уровень. Так, 118 монет, бриллиантов больше уже есть. Good. Для перехода, для нового реберса надо 1000 бриллиантов. Вот, мне надо 1000 бриллиантов собрать и 100 тысяч монет. Ну, 100 тысяч монет, я думаю, будет несложно, у меня уже 23 тысячи есть. Но перед тем, как я сделаю реберс, я должен купить парочку, может быть, пэтов там с какого-то повышенного уровня. Хотя бы там с седьмого. Да, 100%. Так. Next level есть? Где next level? Есть next level, да. Па-бам! Вот, открылось. Седьмого уровня пэты. Ну, я их пэты называю по привычке. Есть еще 10 уровень. Может мне до 10 дойти? Давай купим здесь что-то. Light Robot Epic! И у него 15 мощность. Unequip. 15 Equip. Ха-ха-ха-ха-ха! Они сейчас будут просто разрывать всех. Вот этот робот просто сейчас будет очень быстро. Я зря тратил бриллианты на то, чтобы себя апгрейдить, потому что мой робот сейчас просто делает всю работу. И сейчас мы быстренько перейдем на новый уровень. Очень быстро перейдем на новый уровень, я думаю. Так, смотрим за появлением кнопки нового уровня. Dark Planet. Так, у меня есть новый уровень. Давай идем. И у меня уже подарок есть новый. Так, новый уровень. Есть, получаем подарок. Что там у меня есть? Новое колесо. Я могу прокрутить колесо. Даже 3 раза. Так, что оно мне даст? И бриллианты. 1000 бриллиантов. Отлично. Еще разочек. Я смогу сделать реберс, но я хотел бы еще до... Еще 1000 бриллиантов. Ей. Я бы хотел дойти до 10 уровня, купить там пэтов этих нубов крутых. Так, есть. Так. Еще раз проверяем. Реберс. Сколько будет стоить? Где там он? Вот реберс. Реберс у нас стоит 1000 бриллиантов, 100 тысяч монет. Вот. Но я хотел бы получить 10 уровень. У меня уже 8. То есть это всего-навсего 2 уровня надо пройти. И там на 10 уровне накупить нормальных этих нубов. Роботов уже, потому что уже всякие дроны, самолеты. У меня уже и нубов не осталось. Вот дрон у меня. Вот у меня бомбардировщик какой-то. И вот у меня этот робот. Вот. И следующий 9 уровень уже открываем. Есть. Есть 9 уровень. Надо помогать им немножко тоже стрелять, наверное. Хотя есть ли смысл, если они стреляют по 15, по 7 минимум. Так. Денежки собрали. И ждем 10 уровень. Да, да. Моя задача 10 уровень. И на 10 уровне берем пэты. Пэты. Ну, они пэты, да. И пробуем пройти дальше. Так, Light Planet, световая какая-то планета. Ну, тоже солнце световое, но солнце больше горячее, огненное. Так, Shadow Planet. Light, еще опять Light Planet. А, прикольно. Так, все эти золотые, все эти нубы, их можно удалить. Давай-ка мы, пам, как это, удалить.
confirm, удалить, confirm. Так, а как их повыделять? А ну-ка, удалить. Пам-пам-пам. О, вот так, да. Все вот эти мне просто не нужны. Зачем они мне нужны? Я не знаю. Так, confirm. Все, у меня теперь минимум только нормальное. Даже вот эти по 3 мне скоро не надо будет, и по 5 тоже. Ну ладно, работаем. Скоро будет 10 уровень. 10 уровень и новый реберс. Джем, опять Джем Планет. Сейчас бриллиантика мне даст. Оу. И перед тем, как делать реберс, надо потратить будет лишние бриллианты, да? 100%, чтобы они мне не сгорели при реберсе. Немножко потрачу бриллианты. Так, где апгрейды? Тин-тин-тин. Вон апгрейды. 1000 мне надо оставить, все остальные мне не нужны. Так, что мне? Вот из недорогого. Coin Multiplier. Что еще тут сейчас самое дешевое? 250. Ну давай еще раз Coin Multiplier. И еще раз это. Так, у меня еще 1000 осталось. Давай еще Pistol и Gem. Все. 1300 есть. Давай еще что-то потратим. Units Equip. Плюс один Unit Equip. Конечно хочу. О, 500 тысяч. Не, у меня столько нет. Так, 500 есть. Так, что-то было там кликнуло. А ну, Next Level? Почти. Сейчас будет... Опять босс-файт? Я же был босс-файт. Я хочу 10 уровень. Ну, почему? Я же в босс-файте. Я ничего не понимаю. Ну, давай босс-файт. А где 10 мой уровень? О, нет. Так, дайте мне возможность взять 10 уровень. Что-то я ничего не пойму. Они зависли, что ли? Зависла, похоже, игра. Не дает мне перейти на 10 уровень. Хотя я уже заработал. Фуф, 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 фуф. Что-то оно глючит, нет? Дин-дин-дин-дин-дин. Почему? А, вот. Это был только 9, вот 10. А ну, смотрим. Нет, у меня уже есть 10 уровень. Вот оно, вот оно. 5000 стоит какой-то новый... Кто это? Пэт, короче. И... Та-дам! Кактус какой-то uncommon. И смотрим, кактус плюс 20, конечно же, этот unequip, кактус equip. Покупаем еще один. Та-дам! Desert Spaceship. Пустынный космический корабль. Так, этот unequip, desert equip. О, вот это я понимаю. Теперь можно делать реберс. Все, зарабатываем 100 тысяч. Давай next level можно сделать на всякий случай. Зарабатываем 100 тысяч монет и 1000 бриллиантов, 1000 уже есть. И переходим, есть, я уже это могу делать. И опять делаем reverse. Yeah, I like it. Так, делаем reverse. Что, деньги сгорают? Все сгорает? Да, все сгорает. 37 почему-то бриллиантов у меня осталось. Может, бриллианты не сгорают? Так, что здесь, квесты? Claim за reverse. И клейм за время, что я проиграл уже 30 минут. Еее, мои планеты просто не успевают появляться, сразу же расстреляны. Надо next level. Я думаю, сейчас следующий level будет просто очень быстро, да? Да, next level, давай. И next level. Короче, I like it. У меня 3 реберса, или 2. 2 реберса, это вот я уже сейчас третий зарабатываю. У меня крутые пэты, которые разрушают эти планеты просто очень быстро. Прям вот они только-только появились и сразу же уничтожены. И деньги тысячами просто падают очень быстро. Короче, мне понравилась даже игрулька такая интересная. Разные всякие у меня были сначала нубы, сейчас всякие даже космические корабли. Можно продолжать играть дальше, но на сегодня, я думаю, достаточно. Что если вам понравилось, как я тут разрушал разные планеты и как все круто прокачивался, обязательно ставим лайки. Подписываемся на канал и всем пока.